Несмотря на понедельник, в правительстве края обсуждали планы на предстоящие выходные. Темой еженедельной планерки стала подготовка ко Дню народного единства. Отмечать его будем уже в эту пятницу. Ставропольчан ждут около 300 праздничных мероприятий во всех районах края. А тех, кто намерен начать праздновать уже в ночь с 3 на 4, будут встречать в культурных центрах. Мы присоединяемся к акции, всероссийской акции «Ночь искусства», которая пройдет 3 и 4 ноября. В государственных и муниципальных учреждениях культуры запланировано большое количество мероприятий. В основном они будут посвящены Году кино.